Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 1 мая на Первом канале состоится премьера 7-й части сериала «По закону военного времени. Враг за спиной». Осень 44 года. Территория освобожденной Литвы. Майор Елагина и старшина Федоренко едут за новым назначением в штаб фронта. По пути на них нападают вооруженные люди. С трудом им удается добраться до ближайшего села, где расположился особый сводный батальон Красной армии, которыми командует старый друг Елагиной, подполковник Шилов. Он рассказывает, что напали на Елагину местные партизаны, так называемые лесные братья, которые вместе с немецкими и литовскими диверсантами организовали на освобожденной территории вражеское подполье. Борьба с ними поручена Шилову, и он предлагает Елагиной присоединиться к его городской следственной группе. Майор Елагина и Федоренко остаются вместе с Шиловым. Он особо полагается на опыт майора в следственном деле и поручает ей решать самые трудные задачи в расследованиях. При этом по-дружески защищает и опекает ее от всего, что может помешать будущей встрече Елагиной с мужем и их общей победе. Премьера сериала состоится 1 мая на Первом канале. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!